Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всех приветствую! В эфире радиопрограмма «Большая перемена». Сегодня 5 сентября, и я думаю, что вы все знаете, потому что обязательно читаете новости в социальных сетях Байкальского университета. 3 сентября наш вуз и вся страна отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата выбрана не случайно, потому что именно 3 сентября было 19 лет со страшной трагедией в Беслане, в которой погибли 334 человека. Сегодня в эфире «Большой перемены» мы поговорим об угрозе терроризма и о прекрасных творческих проектах, которые несут мир и помогают бороться с этой угрозой. Представляю моих гостей. У меня в гостях Мария Фомичева, директор Центра творчества БГУ, Ксения Домашевская, участница вокального ансамбля «Нота Бене» и участница съемки патриотического клипа на песню «Россия», а также Ксения Переятина, участница коллектива бального танца «Контраст» и участница федерального проекта для молодежи и студентов «Вальс Победы 2023». Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой первый вопрос будет к вам, Мария Борисовна. Хочу спросить, какие у нас есть творческие проекты и какие-то прочие соревнования какие-нибудь, может быть, которые помогают нам бороться с угрозой терроризма и другими неблагоприятными явлениями? Ну, начнем с того, что в течение года у нас есть несколько проектов, которые напрямую направлены на борьбу, скажем так, с солидарностью, да, борьбы с терроризмом и направлены на патриотизм, то есть на воспитание патриотизма. То есть это какие-то патриотические фестивали, в которых студенты могут принять участие. Опять же, нас сейчас, я надеюсь, слушают первокурсники, которые тоже захотят принять участие в таких масштабных проектах. А также, как вы уже представили наших девушек, да, это представители наших творческих коллективов, они у нас принимают участие не только в одном каком-то проекте в течение года, то есть каждая из них принимала, я думаю, в течение года, может быть, 3 или 4 проекта было направлено именно патриотической направленности. То есть что это могут быть за проекты? Это различные акции творческие, творчество против терроризма, творчество за Россию, творчество, которое, опять же, помогает, да, нам любить нашу родину, помогает понимать лучше то, что происходит. Ну и, конечно же, мы всегда говорим, что все учащиеся Байкальского государственного университета талантливы. Даже если вы не знаете, что вы талантливы, обязательно занимайтесь творчеством. Неважно, это связано с патриотической тематикой или просто вы хотите как-то самореализовываться. Поэтому мы всех-всех-всех приглашаем, опять же, заниматься творчеством. Следующий мой вопрос, думаю, будет ко всем, потому что, я думаю, все найдут какое-то мнение, которое пожелают высказать. В чем роль этих проектов? Насколько они для нас важны, вот, для университета в целом и для нашего общества? Ну, я могу сказать, что данные проекты помогают сохранить культурное наследие, как духовное, так и материальное. То есть нужно задумываться о том, что важно передавать какие-то традиции, обычаи, также относиться уважительно к природе, к памятникам, достопримечательностям. Это очень важно. Мне кажется, что эти проекты помогают вспомнить какие-то странички истории и принять этот опыт на себя, чтобы не повторять его в будущем и стремиться к лучшему. Мария Борисовна, суммируйте. Я бы хотела добавить, что эти проекты всегда объединяют студентов. То есть, опять же, если мы рассматриваем на примере федерального проекта, вот в котором Ксения, да, принимала участие, то есть одновременно «Вальс Победы» танцевали, вы можете представить, в, по-моему, если я не вру, 62 регионах. То есть одновременно, вы представляете, сколько пар своим вальсом почтили память Великой Победы. То есть ощущать себя частью вот этого масштабного творческого процесса – это на самом деле очень круто. Давайте перейдем уже к «Вальсу Победы», если мы о нем заговорили. Ксения, расскажи, как ты принимала участие, как попасть в «Вальс Победы» и какие были эмоции относительно него? Вообще «Вальс Победы», если говорить в целом про этот проект, заключается в том, что к 9 мая на разных площадках по всей России люди записывают видеоролики с вальсом на патриотическую тематику. Мы также в этом поучаствовали. Я оказалась в этом проекте, поскольку являюсь участником коллектива бального танца «Контраст» в нашем центре творчества. Мы готовились к этому проекту около 3 месяцев, причем приглашали студентов вообще со всего нашего университета. Достаточно много ребят откликнулись. Ну и в итоге мы записывали видео в нашем внутреннем дворике БГУ. Спасибо медиа-центру за эту возможность. И отправили также на этот проект.
Очень хотим поучаствовать и в этом году в проекте. Надеемся, что еще большее количество студентов откликнется. А есть ли какая-то обратная связь? Может быть, какой-то есть координационный центр Вальса Победы, который как-то реагирует на это все? Да, конечно же, координационный центр есть, организатор, то есть это город Москва, организатор именно там находится. То есть в этом году мы стали дипломантами, но мы стремимся занять призовые места в следующем году. Но у нас было пока, по-моему, Ксения, 8 пар, да, всего, или 8, или 9 пар. Да, по-моему. Да, но на самом деле мы первый раз принимали участие в этом проекте, а там есть вузы, которые принимают участие там 3 года, 5 лет. Некоторые выставляли по 30 пар, некоторые выставляли там еще большее количество пар, поэтому тут, ну, конкурировать достаточно сложно с учетом специфики нашего вуза, что у нас, наверное, процентов 70 девушки, да, обучающиеся БГУ. Но мы будем стремиться, тем более, что у нас есть уникальная прекрасная локация, это наш университет дворик. Вот Ксения сказала, что принимали участие не только профессиональные танцовщики, ну, профессиональными я называю тех, кто трудится в наших коллективах, но и те, кто просто откликнулись на это предложение. Какое было соотношение хотя бы примерно? Много ли пришло людей, которые обычно, ну, не танцуют в коллективах? Ну, изначально у нас пришло по одной паре с каждого института, факультета из колледжа, но кто-то в процессе этого, скажем так, отсеялся. Но, на самом деле это нормально, то есть не сразу все на старте понимают, как будет проходить творческий процесс. Поэтому, если в этом году откликнется там по 2 или по 3 пары с каждого института, факультета, да, из колледжа, мы будем очень рады. А если откликнется кто-то без пары, или вот это обязательное требование? Вот, понимаете, вальс, да, в чем трудность, опять же, создать максимальное количество пар, то, что приходят девушки с большим желанием танцевать, но мы им сразу ставим условие, что ищите партнера для танца, потому что, ну, иначе, к сожалению, в данном формате это невозможно. Кстати, вальс сейчас мы можем увидеть на нашем экране, он идет на фоне, пока мы здесь общаемся, можно посмотреть на прекрасные пары, которые танцевали прекрасный вальс Победы. У меня следующий вопрос. Насколько сложно было работать? Вот, допустим, есть люди, которые не танцуют, есть люди, которые танцуют. Труден ли был процесс подготовки, съемок? Мне кажется, что было нетрудно, поскольку наш коллектив ведет опытный педагог, и уже спустя 2-3 занятия все были примерно на одном уровне, понимали друг друга, и нам было легко работать вместе. А танцевала ли вальс раньше, или это был первый опыт? Я танцевала, я профессионально занимаюсь танцами. Это прекрасно. Ну, давайте тогда перейдем к следующему проекту, вот, который тоже закончился, пока мы разговаривали про вальс. Большую часть времени шел клип «Россия». Это, конечно, не очень удачно, но я думаю, что он снова вернется, как и вальс, у нас все по кругу. Тоже еще раз его увидим. Расскажите об идее клипа, когда его снимали, зачем его снимали и чему он посвящен. Этот клип посвящен, естественно, нашей стране, России. Также, опять же, хочу сказать о традициях, обычаях. Все вот это, все эти темы поднимаются в клипе, точнее, в песне. Клип мы снимали уже летом, в начале лета. Мы снимали сначала на сквере у Вечного огня. Затем у нас была локация около мостика. И после, эта картинка мне очень понравилась, мы стояли клином, и позади нас был собор. Вот. Как вообще пришла идея снять клип и почему именно на эту песню? Ну, давайте я расскажу предысторию. То есть эта песня у нас получила очень хорошие отзывы и стала лауреатом на фестивале областного творчества «Студенческая весна». И мы с помощью медиа-центра, опять же, спасибо огромное, осуществили съемку этого вот видео. То есть, опять же, видео носит патриотический характер, что очень символично. Но на самом деле хотели снимать немного раньше, но мы ждали красивую травку, чтобы она скорее отросла. У нас очень поздно в этом году наступило лето. Но, тем не менее, мы дождались красивую картинку. Сначала, ну вот Ксения сейчас расскажет, записывали звук, то есть, чтобы было понимание, как вообще происходит процесс съемки клипа, то есть это многоэтапная такая работа. Да, вот как раз-таки об этом-то я и хотела спросить, потому что по работе в медиа-центре понимаю, что все делается не в один момент, все делается это многоступенчато. Расскажите действительно, как записывали звук, как записывали видео, в каком соотношении были эти процессы?
Сначала мы пришли в художественный, там на сцене записали звук, пели все вместе. После этого на съемках клипа включали просто колонку, включали запись и потом пели, меняли локации. Вот, как-то так. Долго ли шли съемки? Может быть, процесс, наверное, ну, непростой, трудоемкий? Достаточно недолго. Мне кажется, около часа. Это немного времени заняло. Да, я думаю, для съемок клипа это действительно рекордное количество времени. Как вы считаете, насколько этот клип вообще важен вот в истории университета? Потому что я знаю, что его показываем регулярно по телевидению. Исполняете ли вы эту песню еще? Да, эту песню мы исполняли на различных мероприятиях, и я думаю, дальше будем исполнять. Ну, собственно, эту песню мы начинали учебный год, мы принимали участие на мероприятии колледжа, у них было мероприятие, грантовое мероприятие «Профессионалитет». У девушек была возможность исполнить эту песню. Ну и, собственно, у нас есть видео, и с этим видео мы хотим принять участие в конкурсе, который состоится, всероссийский конкурс в конце октября. Это «Россия многоликая». То есть это видео мы хотим туда отправить уже на конкурсной основе. Ну и будем ждать победы. Ну и вот мой следующий вопрос, возвращаясь к теме терроризма, хочу спросить конкретно вот ваше мнение. Как вы считаете, чем ваши проекты помогают в борьбе с терроризмом и в борьбе с другими явлениями, которые угрожают безопасности общества? Ну, как я уже в самом начале сказала, то есть творчество, оно объединяет. Творчество объединяет, и, конечно же, в университете, да, воспитательные функции, творчество и общественные работы, и научные и прочее, это то, что как бы человек направляется, да, обучающийся в нужное русло, он начинает осознавать ценность и целостность, да, целостности нашей страны, обычаев, культурных каких-то аспектов и так далее, и понимание, насколько важна безопасность. Поэтому я думаю, что наша задача таких мероприятий именно воспитать, ну, понятно, что какие-то можно громкие слова говорить о любви к родине и так далее, но хочется воспитать именно уметь сохранять то, что есть, оберегать и бережного отношения к культуре. Еще интересно, что, казалось бы, это творчество, ну, то есть мы танцуем, мы поем, но в это же самое время пропускаем через себя какие-то важные темы. И, может быть, через творчество даже легче их понять. Как вы думаете, пропускает ли их через себя ваш слушатель, зритель? Я надеюсь, что да. Да, я думаю, что... Я тоже думаю, что да, потому что даже когда я слушаю, допустим, какую-то музыку, я обожаю церковный хор, и это вот прямо очень плотно пересекается как раз-таки с обычаями, с культурой с нашей. И у меня возникают слезы на глазах. И я надеюсь, что и наши песни такие, наши каверы, точнее, на песни могут вызывать такие же чувства. Как вообще студенты откликаются на вот какую-то такую, на творчество патриотической направленности? Потому что я знаю, что не все, так сказать, любят. Кто-то больше любит какой-то просто там эстрадный вокал, обычный, там танцы какие-то веселые. А тут, получается, такие серьезные темы. Как студенты на это откликаются? Ну, вы знаете, студенты откликаются хорошо. Это какое-то такое мнение, что если патриотическая направленность мероприятия, то это будет неинтересно. Это, ну, в корне неправильно. Потому что у нас самые масштабные фестивали, это вот межкультурный фестиваль, да, и фестиваль «Наша Победа», он на самом деле привлекает большое количество не только участников, но и групп поддержек, то есть ребят, которые не готовы пока еще выйти на сцену, но которые готовы пойти поддержать участников. То есть эти проекты не только что не просто объединяют, эти проекты помогают реализоваться творчески. То есть, ну, я ни разу не слышала такое, что кто-то говорит, это патриотика, мы не будем участвовать. То есть, опять же, творчество не знает границ. Можно подойти креативно, можно сделать что-то с точки зрения современного человека. То есть от нас никто не требует, понимаете, перевоплощаться в человека там, военного периода, да, Великой Отечественной войны или еще что-то для того, чтобы показать свой патриотизм. От нас требует показать свое понимание в современном мире, в котором мы сейчас находимся. Поэтому, ну,
опять же, у творчества нет границ, и такое понятие, что это не модно, не современно, но я с этим не согласна. Поэтому, пользуясь случаем, наши дорогие первокурсники, наши обучающиеся, всех приглашаем присоединиться в творческие коллективы Центр творчества. Если вы любите петь, если вы любите танцевать, если вы еще не умеете петь и танцевать, но хотите научиться, если вы хотите научиться вести мероприятия или умеете играть на музыкальных инструментах, в общем, любое проявление творчества, если вы хотите быть на сцене, всех-всех-всех приглашаем. Где мы находимся и как записаться в творческие коллективы? Кинотеатр Художественный, не путайте, пожалуйста, с музеем. Наш адрес Карла Маркса, 24, второй этаж. Записаться в творческие коллективы можно с понедельника по пятницу с 11 до 14 часов. Еще раз говорю, что все студенты Байкальского государственного университета талантливы. Даже если вы еще не знаете об этом, я в этом убеждена. Приходите. Вот в тему первого такого, первой пробы работы в коллективах, хочу спросить у девушек, как вы пришли в ваши коллективы, как вас там приняли, как начинался ваш путь? Ну, на самом деле, сначала я пришла сразу с первого курса, и я сначала думала, что у меня не получится сразу влиться в коллектив, что мне будет сложно. Но спустя некоторое время я нашла общий язык с людьми, которые состояли в этом ансамбле. И мы до сих пор дружим, общаемся даже с теми, кто уже давно выпустился, и поддерживаем хороший контакт. Я еще в школе занималась танцами и была очень рада узнать, что в университете, куда я поступаю, появляется коллектив бального танца «Контраст». Я также услышала еще раз об этом коллективе на встрече, которую организовывали для первокурсников. Пришла туда, и оказалось, что, ну, как бы, очень легко туда влиться, и очень интересные проекты для нас предлагает университет. Это возможность попробовать себя в танцах немножко по-новому. Что вообще дает работа в коллективах? То есть это какие-то эмоции, это опыт? Что можно получить, когда занимаешься в коллективе и развиваешь себя? Ну, это эмоции как раз-таки, это новые знакомства, друзья, потрясающие преподаватели и куча отличного настроения каждый день. Ну, у нас обычно проходят репетиции в понедельник и в четверг, и ты всегда ждешь этот день с нетерпением. Да, я соглашусь, что именно дни репетиции ты ждешь с нетерпением и из-за педагогов, и из-за участников. Но также это опыт и возможность попробовать себя в чем-то новом, возможность себя как-то развить. На самом деле это удивительно, потому что обычно многие говорят, вроде как, заниматься в коллективах, тратить время, ну не в том смысле, что это бессмысленно, а в том отношении, что на это уходит много времени. А тут получается наоборот, что дни репетиции прям ждете с нетерпением. У нас очень многие в нашем коллективе говорят, что мы туда ходим из-за атмосферы. Ну то есть это не только место, где мы танцуем, это еще и место, где мы общаемся, взаимодействуем друг с другом, поэтому действительно радостно туда приходить. Это прекрасно, я думаю, что наши первокурсники намотают себе это на ус, потому что, я думаю, все хотели бы попасть в такой приятный коллектив. И у меня последний вопрос, Мария Борисовна, к вам. Как мы будем дальше развивать в нашем университете вот эти вот патриотические направления, борьбу с терроризмом? Какие у нас планы на год? Ну, всех планов мы пока раскрывать не можем. Конечно же, у нас будет ряд мероприятий, приуроченных к 9 мая, да, к Великой Победе. Это и университетского уровня мероприятия, мероприятия городского, областного и федерального уровня. То есть мы также не хотим забрасывать проект «Вальс Победы» и, опять же, надеемся, что очень много ребят откликнется. Конечно же, мы традиционно делаем концерт к 23 февраля, Дню защитника Отечества, который тоже по праву можно отнести к патриотическим мероприятиям. Поэтому мероприятий много, и неважно от этого формата, всем рекомендую в них попробовать.
принимать участие. Ну, в таком случае благодарю вас. Наш эфир подходит к концу, и я всем советую действительно принимать участие в мероприятиях, вступать в коллективы. На этом наш эфир подходит к концу. Я напоминаю, мы говорили о том, что терроризм – это угроза обществу, но с ней можно бороться творчеством. Представлю еще раз моих гостей. Мария Фомичева, директор Центра творчества БГУ. Ксения Домашевская, участница вокального ансамбля «Нота Бене». Ксения Переятина, участница коллектива бального танца «Контраст». Вела эфир для вас Полина Савенко. Не забывайте читать новости и смотреть наши программы в наших соцсетях, на нашем YouTube-канале, на наших сайтах. Всем хорошего дня и до свидания. До свидания. До свидания.